Всем привет! А также поздравляю всех с наступающим Новым годом и с Новым годом и Рождеством тех, кто будет смотреть это видео в новом году. Вот такую вот я елку поставил в кадре для настроения, так сказать. И в этом видео я решил все-таки сделать обзор на одного бота для заработка на одном популярном сайте, так как я знаю, что вы любите автоматические, полуавтоматические, а также пассивные заработки, когда не нужно ничего делать. Поэтому это видео как раз для вас, и речь в нем пойдет о сайте Instagram777, на который я уже делал не так давно обзор, и о боте для этого сайта под названием InstaMiner. Хочу сказать, что мне предлагали прорекламировать этого бота, но я не хотел этого делать, так как YouTube не приветствует все, что связано с накрутками лайков, подписок и так далее. Поэтому ссылок на подобное программное обеспечение оставлять под видео я не хотел и не буду. Я просто делаю обзор на данного бота со своим мнением, так как многие меня просили об этом. И показываю вам телеграм-канал, где публикуется информация о данном боте и где его можно купить. Ссылок под видео никаких не будет, как я уже сказал, кто захочет, тот найдет и купит при желании. Так вот называется данный телеграм-канал, и вот его ник InstMiner. Да, этот бот платный. Вот такая вот у него сейчас новогодняя цена по скидке 150 рублей, до этого он стоил 200 рублей. Но стоит он своих денег или нет, я постараюсь показать вам в этом видео. Я запущу данного бота на час с одним Instagram аккаунтом и посмотрим, сколько он мне заработает денег. Если все пройдет гладко и не будет никаких вылетов и ошибок, то можно будет попробовать еще на один час запустить его и посмотреть, сколько получится заработать денег за 2 часа. В интернете говорят, что с помощью данного бота можно зарабатывать около 100 рублей в день. Но я так понимаю, для этого нужно иметь не один Instagram аккаунт, а штуки 3-4 или больше. И бот этот должен проработать за день около 10 часов. И еще хочу сказать, что в конце видео я покажу вам вывод средств с этого сайта, так как у меня здесь уже накоплена минималка благодаря моему помощнику. В прошлом своем обзоре данного сайта я вывод денег не показывал, я просто сказал, что этот сайт платит, так как знаю это от своих подписчиков, и они в комментариях это подтвердили. Кстати, перед покупкой вы можете скачать данного бота бесплатно и попользоваться им на протяжении 3 часов. Вот, тестовую версию бота можно скачать, получить бесплатно на 3 часа. Не нужно писать администратору, просто скачали и начинайте пользоваться. И за эти 3 часа, как мне кажется, рублей 20 заработать у вас может получиться. Плюс вы посмотрите, как работает бот на вашем устройстве. И еще важный момент, доступен данный бот для Android смартфонов на Android 6 версии и выше. В общем, давайте я уже запущу этого бота и покажу вам, как он работает. Рассказывать о том, как его скачать и установить, я не буду, чтобы не затягивать видео. И так долгое вступление получилось. Кстати, в данном телеграм-канале есть ссылка на инструкцию по использованию данного бота. Я здесь все сам прочитал и по этой инструкции сам все настроил, у меня никаких проблем не возникло. У меня все заработало и надеюсь, что у вас также все получится. Итак, запускаю я бота, вот такая вот у него иконка, InstMiner называется, как мы уже знаем. И что нам еще нужно помимо него для работы? Первое, это нам нужно авторизоваться в браузере на сайте Instagram777 и в личном кабинете в настройках взять свой IP-ключ от сайта для данного бота. Давайте я вам покажу, как это делается. Итак, я уже вошел в свой аккаунт и просто захожу в свой профиль, вот здесь есть настройки. Вот, и вот ключ IP, который нам нужно скопировать. Я его вот так вот выделяю, нажимаю копировать, потом возвращаюсь в бота, и вот здесь внизу его нужно вставить. Но если вот, например, я вот так поставлю курсор, видите, у меня есть такой баг в данном боте, и то, что, то есть поле ввода закрывается клавиатурой. Поэтому я делал так. Сейчас покажу. Вот у вас будет точно такое же пустое поле, я здесь просто зажал и нажал вставить, все. То есть без вот этой поднятой клавиатуры. Ну и второе действие, которое вам нужно будет сделать, это нужно будет зайти в Instagram аккаунт, который вы хотите использовать для работы в самом приложении Instagram на вашем телефоне или во встроенном окне браузера, которое откроется после запуска данного бота. Чуть позже я вам это покажу. И если вы хотите, чтобы бот работал только через браузер, а не через приложение самого Instagram в вашем телефоне, то нужно поставить соответствующую галочку в настройках бота. Вот она.
использовать браузер. Ну и помимо предварительных настроек, связанных с рабочим Instagram аккаунтом, здесь также нужно будет указать задержки для выполнения задач. Это нужно, чтобы бот имитировал действия реального человека и чтобы Instagram нас быстро не заблокировал, то есть чтобы наш Instagram аккаунт как можно дольше проработал без блокировок и ошибок. Я вот эти значения взял из инструкции, которая была в телеграм-канале данного бота. А вот эти дополнительные задержки, которые открываются вот вниз по вот этой стрелочке, я здесь ничего не трогал и ничего не менял. Так как в инструкции, по-моему, об этом ничего не было сказано, или я просто это пропустил этот момент, я просто указал вот здесь задержки и все. Идем дальше. Категории заданий лучше использовать также две. И подписки, и лайки. Это также для того, чтобы разнообразить действия бота и чтобы они были больше похожи на действия реального человека. Можно, конечно, сделать, чтобы бот делал только подписки, так как за них больше всего платят, но тогда вероятность, что наш Instagram аккаунт быстрее заблокируют, повышается. Ну и по сути на этом все основные настройки заканчиваются, и также вы можете еще изменить цветовую гамму данного бота, то есть поменять интерфейс. Но это, конечно же, по желанию. Давайте выберем вот этот. Вот, и как видите, когда он меняется, то немного подвисает. Вот, я изменяю, и вот у меня он сразу виснет, вот. Поменялся цвет, все, он начал нормально работать. Учтите это. Поэтому вот так вот тыкать по всем кнопкам я не советую. В общем, основные настройки мы рассмотрели, и теперь я запускаю бота. И сейчас я зайду в рабочий аккаунт, и вы посмотрите, как работает данный бот, и затем я оставлю его работать на 1 час. А если за этот час что-то случится, будет какая-то ошибка или что-то подобное, то я потом это прокомментирую. Но я думаю, что такого не будет, так как аккаунт у меня старый, ему уже более 3 лет. Обычно проблемы возникают со свежезарегистрированными аккаунтами. В общем, посмотрим. Я ввожу данные от своего рабочего аккаунта. Все, данные я ввел, но давайте перед тем, как я запущу бота, посмотрим на сайте Instagram 777, сколько у меня сейчас на балансе, чтобы потом сравнить и посчитать результат за час. Вот, возвращаюсь на сайт. И вот мой баланс. Вот, как видите, 201 рубль 17 копеек. Теперь возвращаемся в бота. Вот, я вхожу в свой рабочий аккаунт. Так, данные не нужно мне сейчас сохранять. Все, зашло в мой аккаунт. Все, я нажимаю запустить, и сейчас бот начнет работу. Вот, заработок пока что 0 и 0 заданий выполнено. Ждем, пока он начнет сейчас работать. Так, вот пошло первое задание, поставился лайк. И вот открылись логи. Кстати, в настройках бота там был пункт меню «Использовать лог». Это как раз вот эти записи действий бота, чтобы вы видели и понимали, что в данный момент происходит с ботом и что он вообще делает. И еще одна особенность, которую я здесь заметил, это то, что за работу через бота нам платят немного меньше, в среднем на 1-2 копейки меньше. Если зайти на сайт, то можно увидеть, что там лайки и подписки стоят чуть дороже. Ну а в остальном пока что все окей, бот работает, я его оставлю на час и вернусь к вам спустя через час и посмотрим, сколько денег он заработает за это время. А ориентироваться будем по часах на телефоне. Сейчас вот у меня 14 часов 32 минуты, то есть 2:30 дня. Все, я кладу телефон на стол и буду наблюдать, как работает этот бот. Надеюсь, что все будет окей. Сейчас даже наклоню немного камеру, пододвину. Все, и теперь будем наблюдать за его работой. Итак, вылезла какая-то первая ошибка, вот повторите попытку позже. То есть, по идее, и после этой ошибки оно не вышло назад, а вот еще какое-то уведомление появилось. Смените Instagram аккаунт. Так, тогда я пока останавливаю его. Странно, хотя я этим аккаунтом до этого пользовался. Вчера я запускал на 5 минут данного бота, и он за 5 минут нормально отработал.
А здесь вот 5 минут прошло, даже, наверное, меньше, и уже он вылетел. То есть, ну, смените Instagram-аккаунт, давайте попробуем все-таки еще раз запустить. Может, все-таки оно зайдет. Сейчас я заново введу данные и попробую снова зайти в этот аккаунт. Может, эта ошибка не всегда означает то, что оно мне написало. Может, все-таки сейчас получится продолжить работать. Итак, снова я зашел в свой аккаунт, нажимаю запустить, и сейчас посмотрим, продолжит ли он работать или нет, или снова же выдаст то же сообщение. Нет, то же самое, значит все, аккаунт слетел, нужно искать теперь новый. Итак, хорошо, что у меня был в запасе еще один аккаунт, я его быстро оформил, вот просто поставил аватарку, там имя, ник, накидал 6 фоток и все. Попробуем сейчас с ним поработать, будет ли с ним работать бот или нет. Нажимаю запустить. Все, пошло. Ну сейчас посмотрим, хватит ли надолго данного аккаунта или нет, я не знаю. Если нет, то это будет, конечно, фиаско. Так, вот, пошло выполнение первого задания, пока что все успешно. Да, вот обновляется баланс, все окей. Я оставляю телефон и надеюсь, в этот раз он уже будет нормально работать и не нужно будет ничего там перезагружать, какие-то аккаунты и так далее. В общем, будем смотреть, насколько хватит данного аккаунта. Сейчас на часах 15 часов, ну практически ровно там 2 минуты. И посмотрим, насколько хватит данного аккаунта. И вот снова та же ошибка. Так, останавливаю бота. В общем, не знаю, что сказать. Вот, смените Instagram аккаунт. Тоже самая ошибка. То есть, аккаунты не подходят почему-то. Хотя это отлежавшиеся очень старые аккаунты. Что первый, что второй. Не знаю, в чем проблема. Итак, кажется, я разобрался. Так как я давно не работал на сайте Instagram 777, то мне там выбило капчу. Я вот только что решил попробовать с этого аккаунта, который я использовал в боте, вот этот второй аккаунт. Решил попробовать повыполнять задание на самом сайте, проверить, действительно ли есть блокировка от самого Инстаграма. И ее не было. Мне просто, когда я нажал там лайкнуть или подписаться на кого-то, мне просто сам Instagram 777 выбил капчу, которую мне нужно было решить и все. И я потом начал выполнять задания, и все они выполнялись без проблем. Поэтому давайте попробуем еще раз зайти под этот аккаунт в боте, и сейчас я попробую его запустить. С первым аккаунтом, скорее всего, там уже ничего не сделать. А вот этот аккаунт, мне кажется, сейчас он будет продолжать работать. Давайте попробуем. Так, ждем, пока начнут выполняться задания. Вот, пошло первое задание. Лайк поставился. Все. Да, то есть дело было в капче именно на самом сайте Instagram 777. Если бы я не попробовал, то я бы не узнал. Я уже думал, что все, на этом как бы тестирование закончилось. Но оказалось все намного проще. Нужно было просто зайти на сайт Instagram 777, решить эту капчу и все, аккаунт продолжает работать. То есть сайт его принял и в боте можно с ним работать. Смотрим теперь, сколько он проработает. А нет, все-таки не так оказалось, как я подумал. Все-таки проблема в самом Инстаграме, то есть в самих аккаунтах. Так, давайте это закроем. Вот. Ну, то есть то же самое. Instagram меня заблокировал. Вот. Инстамайнер пишет, смените Instagram аккаунт. Как видите, нормально протестировать этого бота у меня не получилось. Видимо, это из-за того, что аккаунты у меня слишком старые. Они лежали без дела. И тут вдруг раз и какая-то подозрительная активность появляется. И Instagram блокирует мне действия. Хотя с первым аккаунтом, на котором я запустил данного бота, я работал на самом сайте Instagram 37 без проблем. По полчаса работы с лайками и подписками проходили без ошибок и блокировок, и все было окей. В своем предыдущем обзоре на этот сайт я это показывал. А вот как только я добавил аккаунт в этого бота, все пошло как-то совсем грустно.
5-7 минут бот работает, и все, аккаунту прилетает блокировка от Инстаграма. Но, возможно, если бы я взял свой личный аккаунт, то есть активный живой аккаунт, который ежедневно онлайн, то, может быть, все пошло совсем по-другому, но я засорять его не хочу. И еще хочу сказать, что мне писал один подписчик, который недавно купил этого бота, и он тоже говорил, что бот работает максимум полчаса, и потом Инстаграм аккаунту приходит блокировка, и нужно заменять аккаунт. Как по мне, чтобы не заморачиваться с этим переключениями аккаунта, проще все-таки самому вручную зарабатывать на сайте, чем через бота. Да и когда бот запущен, вы телефоном не можете пользоваться, это не очень удобно, то есть он должен просто лежать, пока бот работает, и все. Ну а что касается скорости заработка или какой-то выгоды, то я этого не заметил. За 5 минут работы бот зарабатывает около 1 рубля. Это 12 рублей в час. И в обзоре на сайт Instagram 37, где я вручную работал на сайте, у меня были такие же показатели. Поэтому смотрите сами, стоит ли покупать этого бота или нет. Мне он не понравился в плане эффективности, но повторюсь, здесь все сильно может зависеть от качества Instagram аккаунтов, которые вы здесь используете. Ну а сейчас давайте я по-быстрому покажу вывод средств с данного сайта, как и обещал. Обновляю страницу, вот у меня на балансе почти 203 рубля, нажимаю вывод. Вот, минимальный вывод на Kiwi как раз 200 рублей. И выводят они в течение 48 часов. Ну а остальные вот эти способы вывода я это уже показывал вам в одном из предыдущих видео. Итак, сейчас я введу свой номер Kiwi кошелька. Все, номер Kiwi я ввел. Здесь написано, что Kiwi кошелек должен быть идентифицирован. У меня он идентифицирован. Все, сумму здесь не нужно вводить, оно полностью спишет все, что у вас есть на балансе. Вот, я еще раз перепроверю сейчас. Да, все правильно я ввел и нажимаю перевести. Ну и давайте еще раз зайдем в вывод. И вот в истории оно появилось. Сейчас статус в ожидании. Ну и я буду надеяться, что деньги мне придут как можно скорее, в течение там нескольких ближайших часов или максимум там завтра, послезавтра. И я до Нового года успею выложить данное видео. Поэтому спустя мгновение я сейчас вернусь к вам с результатами. В общем, прошло уже почти двое суток. Вот, а моя заявка все еще висит в ожидании. Давайте я вам это покажу. Вот, нажимаю на вывод, и вот еще статус до сих пор pending. Это означает в ожидании. И я полагаю, что делать вывод денег за пару дней до Нового года было не самой лучшей идеей, так как, скорее всего, многие тоже так сделали, и вовремя обработать большой объем заявок у администратора сайта не получается. Плюс, кто еще будет этим заниматься в предпраздничные дни? Но в том, что деньги мне придут, я не сомневаюсь. Просто это будет уже, скорее всего, на днях. И тогда я вас оповещу об этом на вкладке сообщества. Сделаю об этом пост. Кстати, забыл поставить в кадр елку. Спасибо вам, что досмотрели до конца. Еще раз поздравляю вас с наступающим, а кого-то уже и с наступившим Новым годом. Желаю всем счастья, здоровья и успехов в интернет-заработках. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вам понравилось данное видео. Пока!